интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие — риск. Королю гному не повезло. Вы нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретимся в храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу. Не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата. Но он воняет, словно куча навоза. За дело!
материалы. Но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да. Про вас то же самое можно сказать. Ха. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синди. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Только больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Ну вот ты, например, опять приперся. Это да. Чего изволите? Другой раз.